В прошлом году в Сочи прошла первая конференция российских инфекционистов. Тогда специалисты приняли участие и в тактико-специальных учениях. Практическое занятие на базе городской инфекционной больницы было посвящено вспыхнувшей тогда лихорадке Эбола. Сегодня биологические угрозы продолжают свое шествие по миру. На этот раз ведущие специалисты в области микробиологии, клинической иммунологии, дезинфектологии, фтизиатрии обсудят вопросы по лечению гепатитов, туберкулеза, ВИЧ-инфекций, оппортунистических и цитомегаловирусных инфекций. Сейчас же отмечают медики опасность распространения инфекционных заболеваний, в том числе крайне редко встречающихся в цивилизованных странах, может быть связана и с потоком беженцев. Есть сейчас заносы заболеваний в Европу тех, которые Европа уже не знает многие десятилетия. И мы прекрасно понимаем, что мы тоже Европа, и занос заболеваний также на территории Российской Федерации, если будут ослаблены какие-то санитарно-эпидемиологические требования, они также возможно. Поэтому мы и пытаемся поднять образовательный уровень врачей на действительно должный уровень, чтобы здоровье населения, оно все равно приоритетное. В рамках конференции пройдет образовательный цикл для всех участников. Есть среди них и сочинцы. Ко всему прочему, здесь прозвучат доклады по последним разработкам лекарственных препаратов. Ответ на вызов современности в виде инфекции – это профессиональные специалисты и профилактика, подчеркивают организаторы. Очень хочу, чтобы ваш профессиональный подиум дал действительно развитие, дальнейшее развитие нашего здравоохранения. Мы видели, как работают наши российские врачи на благополучие, в том числе на эпидблагополучие, которое мы смогли удержать во время подготовки и проведения Олимпийских игр. И мы понимаем, что мы мощная, профессиональная, сильная команда. Что же касается сезонной волны гриппа, то ее пока нет. Менее 400 случаев на всю страну – это не эпидемия, отмечают специалисты. Подъем заболеваемости прогнозируется на середину декабря. Но благодаря национальному календарю профилактических прививок, кстати, от гриппа в этом году привили 30 миллионов человек, ситуация должна быть стабильной. Ольга Десятова, Инга Габеша, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.